Сегодня 13 ноября, и в 15 часов будет суд над Оксаной Жадировой Гудзипой и Нораном. Так вот, я бы хотела бы напомнить судьям о том, что означает звание «Ваша честь», что оно означает, что означает это звание, и вообще, что вот у нас в Казахстане творится с судьями, почему никто из них не скажет нет незаконным приказом сверху. Почему никто из них не скажет о том, что они не будут исполнять вот эти вот незаконные приказы. Мы и их все вместе будем поддерживать, и если хоть кто-то вспомнит о том, что такое ваша честь. Спасибо большое. Приходите все на этот суд сегодня. И все же я думаю о хорошем. Все же я думаю о том, что судья вспомнит о том, что означает слово «честь». Что оно означает, это слово «честь». Вот. Спасибо.